Моньки не хватает. Все пришли гладиться, рядышком посидеть со мной. Вяжу занавеску. Смотрите, друзья, какая красота получается. Просто обалдеть. Уже вот столько провязала сеточки вверх. Ну, в общем, осталось у меня здесь, ну, 80 сантиметров в высоту будет, скорее всего, занавеска. Наверное, половина осталась пряжи. Вот, получаю истинное удовольствие, друзья. Легко вяжется. Ничуть не жалею, что пошла вязать сеточкой вверх. Очень хорошо выделяется именно вот эта королевская кайма. Очень все красиво. Мурчите. Мурчите, мои сладкие. Кузечка пришел. Здесь Шпулька с Маруськой. Шпулечка возле мамочки. Они тут друг друга умывали. Не успела я словить этот кадр. Вот мои сладкие. Маруська спит в подушках. А там Пуся спит на ее любимом месте. Моня, и ты пришел, и ты к нам пришел, мальчик наш сладкий, ты тоже пришел, да? Немножко новостей расскажу. Друзья, заказала на Wildberries подушки для сна. Это подушки, в которые набиты травой. Там лаванда, мелисса. Ну, такие пахучие травки. По-моему, можжевельник. Вот. Может быть, улучшится сон. Не знаю, как у вас. У меня нарушен сон. Не могу уснуть долго. Бывает далеко, уже под утро засыпаю. И вспомнила, что есть такие специальные травки, которые способствуют сну. Ну и вот думаю, закажу себе подушечку. Ну, конечно же, это подарок от Лёшика. Я заказала не одну. Заказала две подушки и валик. И у меня возникла идея. Есть там у меня и белые нитки, и рулон, этот моточек от Янард Виолет. Вот хочу связать наволочки на эти подушки. И еще одна идея пришла. В общем, идеи прут как из рога изобилия. Только когда это все делать, друзья, я не знаю. Правда, не знаю. Помните, я сохраняла вот эти вот бобинки, ну, картонные, не знаю, как это назвать, конусы, наверное, но это не конус. Ну, в общем, от пряжи, когда я вязала покрывало на кровать. И у меня их здесь куча. Я все думала... Сначала органайзер хотела сделать из этих бобинок. Одну коробочку мы уже с вами делали с органайзером. Вот они здесь, эти бобинки, две штучки. И я такой хотела органайзер сделать, ну, побольше, чтобы там не две штучки было бобинок, а... гораздо больше. Такую коробку из-под обуви тоже все красивенько сделать.
Вот поэтому я собирала эти бобинки. А теперь, заказав эти подушки для сна, у меня пришла другая идея. Здесь нужно сделать будет мне дно, естественно. Может быть, я куплю траву в аптеке, а может быть, куплю еще одну дешевую подушечку. Вытащу содержимое травы и насыплю в эти вот, уже будет тогда такая коробочка, да. Вот как-то покупала я ромашку, но мне кажется, она не годится для этой идеи. Запах, ну, так сказать, не ярко выраженный. Скорее всего, будет лаванда, будет душица, ну, что-то такое, может быть, какое-то пихта, вот, чтобы аромат был, так скажем, ну, стойкий, да. Услышала шорох, друзья. Смотрите, что с котами происходит. Скорее всего, там учуяли или увидели, даже мышь убежала. Вот два наших охотника. Мышка там, да, Кузьма? Где мышка? Мышка? Где мышка? Даже Моня прибежал. Значит, там кто-то есть. Кто-то там есть. Ой, ну как же мне нравится, как мне дочечка нарисовала нашу Кармен. Столько было комментариев. В основном всем нравилось. Только один комментарий был, что мне прежняя Кармен больше нравилась. Имеется в виду волосы. А мне вот нравится больше наша Кармен. А я что сюда пришла? Я пришла за мешочком лаванды. Хочу вам показать. Он лежит в шкафу. Но коты не отходят. Все-таки там мышь. Все-таки там мышь. Вот и как без них. Кузьма уже ловил две мышки в этом году по осени. Моня пошел. А Кузьма прям пытается тоже туда влезть. Что там, Моня? Там мешает тебе от пылесоса ручка. Нашла, друзья, я вот такой мешочек. Кстати, надо оторвать. Тоже на Wildberries покупала. Ну, вообще, ну, короче, здесь написано лаванда. И вот я вот так вот пошебуршу его. И такой... Ой, ароматище стоит вообще. Просто обалдеть. Что, Кузьма, никак не достать, да? Ну ничего, она выбежит сюда. Вы ее обязательно словите. Смонька, я в вас верю. А что с котом творится, а? Ну точно, учуяли мышь. Учуяли мышь. Хвостатики. Еще и Пуся сюда пришла. Что здесь за движуха такая, да? Что здесь за движуха? Рассказываю об идее дальше. Вот неспроста я подошла к этому ловцу снов. Можно связать вот эту вот серединку. Такую маленькую салфеточку, да? Просто маленькую салфеточку. Кругленькую. И дальше, когда будет связано дно, сделано дно, скорее всего, из картона, к этой штучке, насыпаем туда нашу чудо-траву, сон-траву. Вот сюда насыпаем. И этой салфеточкой вот так вот закрываем, как баночку. Вот у меня еще один мотив от платья «Черная магия» остался. Вот. И здесь можно, ну, просто перемотать джутовым канатом, да, ой, этим, ну, шпагатом. И вот это уже готовая красивая коробочка с травой будет куда-нибудь подвешиваться.
ну, допустим, даже на вот эту перекладину, которую я нашла на улице. Не знаю, что это было, но это не арматура, потому что она полая внутри. Такая железяка. И вот эти вот травы с такой красивой салфеточкой, вот эти коробочки, можно на нее повесить. И вы представляете, какая будет красота и какой будет стоять аромат в доме. Вот не знаю, друзья, я вяжу эту салфетку, а сама уже всеми мыслями вот к этой идее. Но мне еще нужно связать, салфетку, занавеску. Мне еще нужно довязать эту занавеску. Связать еще одну белую занавеску на второе окно. Хотя бы. А у меня же еще, друзья, еще два окна, на которые я тоже планирую связать вот такие занавески. Вот поэтому я отодвинула те идеи, которые были по поводу вязания кардигана, все вы помните, да? Вот, как-то мне хочется больше сейчас украсить дом, чтобы радовало глаз еще больше. У нас и так красиво уже в доме, но хочется еще больше красоты. Кардиган этот особо сейчас мне и некуда носить, если честно. Всю зиму сижу дома, вон в магазин выбираюсь 2 раза в месяц, можно сказать, а то и реже. Вот. Поэтому, наверное, именно вот такие домашний декор, домашний текстиль меня больше волнует и хочется это сделать. А ведь вы понимаете, вяжу крючком 1,25, это достаточно маленький размер крючка. Это тонкая работа, и, конечно же, все это требует времени. Все это требует времени. Поэтому я отложила пока идеи о вязании там кардиганов, свитеров и так далее. А занимаюсь сейчас вот именно декором. Уже много связано, как вы помните, и вот эта подушечка связана. И еще 2 подушечки. И вот эта подушка связана, и занавеска уже готова. И покрывало, и дорожка на кухню вязана, и подушки вязаные на кухню. В общем, я так поняла, у меня год, который прошел, прошлый год, и этот пока что под девизом «Все для дома», «Все для уюта». Вот, так что объяснила вам, почему я не вяжу сейчас для себя. Уж очень хочется сначала украсить дом, потому что дом для меня это вообще практически все. Надеюсь, вы также обратили внимание, как я закрыла вот этот ящик из оргстекла, чтобы не видно было, творческого бардака в нем. Я одну единственную часть, которая смотрит, фасадная часть, да, я оклеила вот этой вот дорожкой виниловой, которую покупала в фикс-прайсе. И, по-моему, так очень хорошо смотрится и гармонирует вот с нашей ванильной кухней, тоже переделанной. Мы здесь красили фасады краской Atelier Decision, снимали пленку. Это старая кухня, кухонный гарнитур, который был в доме при продаже. Я думаю, что вы это помните. Вот такая теперь коробочка, которая стоит на верхней полке. Монька, ты что, балдеешь от этого мешочка? Твоя мышка, да? Что, дать вам играть? А лаванда, друзья, она очень хорошо вот так
борется с молью. Что там за мышка новая, да? Ой, что там за мышка? Монька, ну что, ты оценил этот мешочек, да? Он просто балдеет. Может быть, там какая-то трава, типа валерьяны, но это лаванда. Ну что, балдеешь, да? Балдеешь. Ну ладно, отдам я тебе этот мешочек. Все равно буду эту идею свою притворять в жизнь. Буду покупать либо подушку еще одну, я же говорю, с набором трав. Там, друзья, продаются разные подушки на Wildberries и с разными травами. Сейчас зашла в Wildberries, оказывается, одна подушка уже пришла. Вот она, подушка с травами. 676 рублей. Вот такая вот подушечка. Видите, какую я выбрала? Серенькая, со звездочками. На нее очень хорошо, кстати, ляжет и даже, может быть, и черное кружево. Отлично. Двойной чехол, вот видите. Вот, может быть, и вот показывают, какие там травы. Как же я люблю, когда пахнет травами в доме. В общем, подушка для сна. Выбирала такую не очень маленькую. Ну, посмотрим. Может быть, рядом просто в изголовье ее класть. А может быть, и спать прямо на ней. Вот такая 442 рубля. Тоже вот здесь травы нам. Это расслабление и отдых. Лаванда. По-моему, здесь только лаванда. С травами и лавандой. А нет, значит это... Значит, там не только лаванда. Вот замечательная подушка. Улучшит ваш сон и самочувствие. Снимет напряжение, наполнит вас силами горных крымских трав. Вот. Ну, все читать не буду, но почитала отзывы. Все хорошие. Все хорошие. Решила попробовать. А чем черт не шутит? И вот такой вот валик. Тоже, чтобы гармонировал с серой подушечкой. Видите, какие вензеля. Он и под спину хорошо, для спины и шеи. С нашими, так скажем, шейными остеохондрозами, так как вязаю. Ой, а валик вообще 242 рубля стоит. Красота. Ну и вот хочу еще и дополнить эту всю фитотерапию своими поделками, своими вот этими коробочками. И, кстати, можно и на стену подвесить красиво. Будет и кружево, и трава, и красота. В общем, вот такой идеей, друзья, с вами сегодня я делюсь. Теперь немножко о кулинарии в этом ролике. Испекла я такой же пирог, который мы с вами пекли с яблоками, но здесь у меня творог. И в творог я немножко добавила, наверное, полстаканчика кефира, ну, потому что нет той жидкости, которая была в яблоках, а здесь же сухая смесь, она должна каким-то образом превратиться в тесто, а без жидкости это невозможно. Поэтому я в творог добавила сахар, полстакана из тех трех стаканов, то есть там получается стакан манки, стакан муки и стакан сахара. Но стакан сахара я половинку добавила в сухую смесь, а половинку добавила в творог, чтобы он, ну, как-то дал сок. И добавила немножко в творог изюма. И здесь всего два слоя, друзья. Сразу сухая смесь, потом вот тот творог, который я вам показывала, там грамм 400 было, может 350. И потом сверху еще один слой. То есть здесь получается всего два слоя теста и один слой творога. В общем,
Тот пирог съелся быстро, наверное, за 2 дня. У него свой вкус, потому что там яблоки и корица. А здесь, ну, другой вкус. Он невысокий. Здесь 2 сантиметра, наверное, всего высота пирога. Вот я отрезала. Давайте я вам покажу. Вот, видите, небольшая прослойка творога и 2 слоя сухого теста. Еле успела выключить камеру. Чих напал. Посмотрите, все пропеклось. Даже можно было этот пирог держать поменьше, не 50, а 40 минут. Он как-то быстрее испекся. В следующий раз я поменьше сделаю. Вот очень запеченное тесто получилось. Ну, это вот как пироженка, вы знаете, вот по-другому я это не назову. Очень быстро готовится, очень быстро делается и просто и вкусно. Я не знаю даже, что мне нравится больше, с яблоками или с творогом. Они разные, понимаете? Просто разный вкус совершенно. Мне нравится этот пирог. Не знаю, пекли ли вы. Поделитесь, пожалуйста, в ваших комментариях. Получилось ли у вас? Нравятся ли вам такие быстрые рецепты? Будет интересно почитать. Ну, а я на этом буду заканчивать видео. Кстати, у нас потеплело на улице. Вы мне там, кстати, про градусник пишете, что это погрешность от дома. Нет, друзья, это не погрешность от дома. Вот он сейчас показывает +2, а у нас -2, -3. Вот. И это не погрешность, это от дома типа тепло идет и градусник врет. Нет, друзья, у меня был градусник, пока не сломался другой, он показывал точно. И, ну, по телефону у меня тоже сейчас показывает, телефон у нас в Чаплыгине -3, так и есть. Вот она, эта погрешность. Ну, сейчас никак не +2 у нас, видите, ну никак не может не +2. Кстати, приехало молоко мое. Сегодня, друзья, я забыла выставить банку с денежкой. Сейчас звоню. Ой, говорю, Валера, прости меня, забыла. А он говорит, ничего страшного, в следующий раз, ну, в общем, и мою банку отдашь, и свою. Ну, и, соответственно, за 2 банки деньги. Я, говорит, тоже забыл твою банку. Он четко привозит, вот даже, чтобы банка была именно моя. А ты мне мою отдай. Я говорю, конечно, конечно. То есть и он забыл, это его банка, он себе, что ли, оставлял, или еще кому-то, не знаю. Ну, в общем, привез мне свою банку, а я забыла даже выставить деньги. Так что вот такие хорошие люди, хорошая коровка, хорошее молочко. И с доставкой на дом. Ладно, заболталась. А что у нас сегодня на календаре? Я уже потерялась. По-моему, 17. Да, 17 января. Завтра приедет Лёшик. Может быть, что-то интересное для вас сниму. Ладно, друзья, пойду дальше вязать. Надеюсь, вам была интересна моя идея. Поделитесь вашим мнением по поводу коробочек, волшебных коробочек с травой. Будет вообще волшебный дом, чем-то напоминающий, ну, не знаю, домик из сказки, да еще с запахом травы. Все, я вас всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.